Книга о конкурсе красоты «Мисс Нижний Новгород» была презентована в ходе финального шоу 20-го юбилейного конкурса «20 лет на высоте», так называется издание. Ее авторами стали Екатерина Чудакова и нижегородский писатель Максим Алешин. В ней описаны все 20 лет не только конкурса, но и жизни в Нижнем Новгороде. Подчас эта самая жизнь была не сладкой. Вслед за бандитами к нам пришла милиция. Сотрудники Волговятского РУБО. Региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Первообладателями книги стали те, кто пришел на финал конкурса «Мисс Нижний Новгород 2015». Екатерина Чудакова лично подписала каждому издание, а все вырученные от продаж средства пойдут на счет одной из героинь этой книги. Она сейчас попала в тяжелую жизненную ситуацию, и ей нужны деньги. И мы решили, что все деньги от продажи этой книги мы отдадим ей. Потому что мы, во-первых, друзья с этой девушкой, а во-вторых, мы своих не бросаем. Пользу эта книга принесет и тем, кто ее прочтет, считает Екатерина. Это самая настоящая мотивирующая литература. Все, что написано в этой книге, показывает, что если идти вперед, если не бояться, если верить в мечту, то все сбудется. И эта книга, наверное, будет полезна для тех, кто сейчас находится в начале своего пути, у кого есть какие-то мечты, которые еще не реализованы. В прошлом году на конкурсе состоялась премьера фильма. В этом году презентована книга. Остается только догадываться, что же будет дальше.